последнее время казахстанские киноделы все чаще экспериментируют с жанрами. Вот Айсель Садвакасова на пару со сценаристом в лице Аскара Бесембина выпускает на экраны экшн-комедию с юмором в стиле трэш под названием «Кино по понятиям». Когда Аскар предложил эту идею, мне она безумно понравилась, очень. Я думала, вот это что-то новенькое. Потом, если честно, я никак не ожидала, как это снимет Анвар, наш режиссер. Правда, я немного другую картинку видела, и потом, когда посмотрела сам фильм, очень обрадовалась. Главную роль молодого и амбициозного режиссера получил Фархад Кулбаев. Его герой любыми способами хочет снять свой фильм, что в итоге приводит к тому, что... Собираясь на встречу к Айсель Садвакасовой, чтобы показать ей сценарий, он попадает по ошибке, путая кабинеты, в кабинет с бандитами. Реальными бандитами, которые ждали человека для определенной сделки. Одного из бандитов, кстати, сыграл Аскар Бесембин, и это дебют режиссера и сценариста в большом кино. И если не считать тех 5-секундных сцен, которые он выделял себе в своих фильмах. И как вам такой опыт, Аскар? Я думаю, я вернусь к 5 секундам. Неужели все так плохо? Ну, что вы увидите в кино, что у меня роль достаточно такая. Ну, не могу сказать, что она там прям палитрой, там эмоции, чувства там разлетаются. Нет, такого нет. Все-таки в рамках какого-то образа. И мне кажется, что я мог, ну, наверное, как и любой другой человек, любой другой актер профессиональный, хотя я не профессиональный актер, я могу сказать, что, конечно, мог сделать лучше. Все верно, самокритику никто не отменял. Кстати говоря, у продюсера картины Айсель Садвакасовой роль, на удивление, не главная. И предстанет она в роли такого Готта, не знаю, ну что-то вот в этом духе. Очень такая у меня интересная роль. У меня там черные губы, вот, нереальный мейк, всякие татухи и все остальное. Причем ожидать стоит настоящего, очень мужского и довольно черного юмора. Перемешку с кровью, с выстрелами, там, с экшн-сценами, с какими-то, то есть... серьезными вещами, казалось бы. Было очень много смешного, очень много вещей на грани. То есть здесь нет вообще ограничений в юморе. Было все очень смело, дерзко и смешно. Все потому, что сценаристу в лице Аскара Бесембина захотелось отвлечься от радужных цветочков и пони, которые изобиловали в его предыдущих фильмах. Мне захотелось выпустить свою черную сторону. Я как Люк Скайуокер, я как Дарт Вейдер, который захотел перейти на черную, на темную сторону. На все большие экраны «Кино по понятиям» выходит уже 21 марта. Не пропустите.